Сегодня в Чебоксарах открылся завод по производству кабелей для немецких автомобилей. Этот проект реализовала японская компания Fujikura Automotive. Сотрудничество с иностранными инвесторами начал налаживать лично глава республики. После многочисленных переговоров, в том числе и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, было принято решение создать новое производство в Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Первую партию кабелей, произведенных в Чебоксарах, уже скоро отправят в Калугу. Именно там сейчас базируется завод по сборке двигателей внедорожников Volkswagen. В немецком автоконцерне на российские регионы сейчас делают особую ставку. Зарубежные инвесторы долгое время выбирали города, где возможно реализовать столь масштабный проект. Чувашия стала первым субъектом в стране, в который компания Fujikura вложила такие крупные средства. Объем инвестиций превысил 250 миллионов рублей. Специфика нашего бизнеса такова, что нам необходимо привлекать много рабочих рук. Поэтому для того, чтобы начать проект, нам необходимо нанять очень много людей. Мы искали площадку, которая бы соответствовала уровню и наличию персонала. Также нам была необходима поддержка местной администрации. По всем критериям была выбрана Чувашская республика. Чувашия обладает высококвалифицированными ресурсами и активно работает над развитием обрабатывающей промышленности. Компания Fujikura приняла решение об открытии нового завода в очень хорошем месте. Уже изначально данный проект признали приоритетным. Его удалось реализовать меньше, чем за год. Японским инвесторам предоставили готовую площадку. Этот корпус пустовал долгие годы. Для производства автокабелей его оснастили новейшей аппаратурой. Один такой кабель состоит из сотни тонких проводов. Их скручивают, спаивают со специальными контактами и обматывают в изоляционную ленту. Это по-настоящему ювелирная работа. Многие специалисты проходили практику в стране восходящего солнца. Хорошая работа у вас, а? Уже сколько дней здесь работаете? Месяц. Большинство работников завода – выпускники чувашских вузов. Сюда трудоустроились пока 120 человек. Но в следующем году планируют создать еще 250 рабочих мест. На государственном уровне заняли такую принципиальную позицию, чтобы создавать благоприятную и комфортную среду для ведения бизнеса и своим предпринимателям Российской Федерации, Чувашской Республики и за пределами Российской Федерации. Ибо есть необходимость привлечения дополнительных инвестиций мировых компаний для того, чтобы создавать новые производства, новые высокотехнологичные рабочие места. В ближайшие годы японские инвесторы планируют расширить производство кабелей. Будущее завода сейчас зависит от того, насколько активно восстановится российский автопром. У нас есть возможность к расширению, но если говорить о развитии, то с момента разработки продукта и запуска необходимо от 3 до 4 лет. Это заложено в бизнес-плане. Первый жгут, произведенный на новом заводе, закрепили на специальном стенде. Он будет напоминать о дне, когда Чуваши и Япония сделали шаг навстречу друг другу, положив начало инновационному проекту. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.